Я летом, в июле, давал поручение проработать предложение по расширению помощи тем ипотечным заемщикам, которые попали в сложную финансовую ситуацию, добиваются реструктуризации долга. На 1 декабря 2016 года всего в ИЖК, а у нас АИЖК является оператором по этой программе, было подано около 14 тысяч заявок. По 7 тысячам заявок уже работа закончена и кредиты переоформлены на новых условиях. В эту работу включились 101 организация, включая самые крупные банки с государственным участием. Поддержка государства была удвоена с 10 до 20% остатка суммы кредита, рассчитанного на дату заключения договора о реструктуризации долга. Мы также решили поддержать те семьи, где есть дети, которые хотя и достигли совершеннолетия, но продолжают очное обучение. Но пока они, соответственно, не могут помогать своим родителям деньгами. Поддержка аграриев в следующем году будет сохранена не ниже уровня текущего года. Это более 220 миллиардов рублей, и это принципиальная позиция правительства. В целом мы в значительной мере действительно решили задачи продовольственной безопасности по основным позициям. Именно ради достижения этих целей было принято решение модернизировать систему предоставления субсидий. Существующее число межбюджетных трансфертов, а их сейчас 54, будет сокращено до 7. В результате такой компрессии мы ничего не должны потерять. С 2017 года вводится механизм льготного кредитования. Ставка должна быть не более 5%. Субсидии по таким кредитам будут поступать сразу в банки. Это позволит производителям не тратить свои средства на оплату субсидируемой части процентной ставки, ну и не терять времени на ожидание, пока деньги вернутся в виде субсидий. Еще одно предложение – скорректировать правила получения субсидий для тех сельхозпроизводителей, которые вкладываются в создание новых и модернизацию существующих аграрных предприятий. Главное на сегодняшнем этапе – перезапустить механизм торгово-экономического сотрудничества. Он и сейчас работает, но нужно вернуться к устойчивому росту. Совсем недавно парламент Турции ратифицировал соответствующее соглашение. Президент Эрдоган подписал закон о ратификации соглашения с Россией по турецкому потоку. У нас ратификация будет происходить в ближайшее время. Сам проект состоит из двух ниток. Первая предусматривает поставки на территорию Турции для удовлетворения внутренних нужд, а вторая – на границу Турции для того, чтобы впоследствии этот газ поставлялся в Европу. Также обсуждались вопросы создания первой в Турции атомной станции в Акую по российскому дизайну. Надеюсь, что скоро будут окончательно выданы все необходимые документы для присвоения этому проекту статуса стратегического проекта. Сегодня мы констатировали, чтобы как минимум, так сказать, первый блок по атомной станции был подготовлен к пуску в эксплуатацию к 2023 году, то есть к столетию Турецкой Республики. Я подписал постановление, которое направлено на защиту дольщиков. Минстрою поручено выступить учредителем некоммерческой организации Фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Теперь, начиная с 1 января следующего года, застройщики будут в обязательном порядке делать отчисления, то есть взносы в этот фонд. Он, в свою очередь, будет выделять средства на достройку незавершенного жилья, либо, если это по каким-либо причинам нецелесообразно, выплачивать людям возмещение в случае банкротства застройщика, который уплачивал взносы в этот фонд.